В Казахстане по-новому будут готовить IT-специалистов. Все тонкости пока не раскрываются. Но известно, что работникам из сферы информационных технологий дадут право преподавать в вузах без ученой степени. Новое правило будет действовать с начала нового учебного года. Ожидается, что в 2030 году отечественные учебные заведения выпустят порядка 3 миллионов кадров новой формации. Такими сведениями поделился глава Минобразования Асхат Аймагамбетов. Сегодня в ходе заседания правительства он рассказал о планах трансформации образовательной программ. Мы предлагаем начать программу именно по базовым цифровым компетенциям. Обучающиеся будут углубленно изучать современные языки программирования. То есть мы предусматриваем подготовить 320 выпускников с IT-подготовкой. Целевой аудиторией будут отраслевые направления, как медицина, сельское хозяйство, юриспруденция и другие. А вот цифровая грамотность населения больше 80%, заявил министр цифрового развития Аскар Жумагалиев. На сегодня в стране всего 2 учебных заведения готовят IT-специалистов. Для развития цифровизации следует масштабировать опыт вузов с сильными образовательными программами в учебных заведениях и в регионах, считает руководитель профильного ведомства. На сегодня есть хорошие и эффективные подходы для того, чтобы в наших частных школах внедрялись курсы программирования, чтобы они вводили свои образовательные программы. Такие школы, как АЛЕМ и КВАНТ, подготавливают специалистов в направлении программирования. Эффективность таких школ доказана. В этой связи в городах Караганда, Алматы и Шымкент будем увеличивать именно IT-школы.